То есть, во-первых, я прекрасно понимал, что мой блог, он не для внутреннего чтения. То есть это было чтение внешнее. Да, у меня просто, ну, в друзьях огромное количество москвичей было, которые вообще мало понимали, где они, ну, то есть, где я живу и что это такое. Мне было просто интересно их познакомить. Я в какой-то степени для них просто начала писать. Там, я не знаю, посты по поводу того, что такое Осетия, что такие, что это там, какие люди там живут, какие места там есть, какие есть национальные какие-то там традиции. Ну, кто-то о Камчатке пишет, я вот об Осетии пишу. В блоге нет понятия СМИ. Если ты блог превращаешь в СМИ, ну тогда называй его СМИ, это уже не блог. Блог — это дневник. У меня он дневник, я там выкладываю какие-то свои переживания, там, я выкладываю там какие-то проблемы, которые меня волнуют.